И еще немного косметики. Мне вчера подарили набор. Я знаю, что есть поклонники даже среди очень крутых и известных блогеров. Это наборчик такой «День-ночь». Называется, сейчас я при вас его открываю прямо. Ага, Thanks. Угу. Вот так. Вот так вот он выглядит. Там внутри два кремика. Сейчас мы их посмотрим. Так, итак, ночной крем. Стимулирует обновление клеток кожи, увлажняет. И прикосновение нежности орхидеи бархатной ручки. Вообще первый раз такой вижу. Большое спасибо, кто подарил. Дальше проверяем ржану на руке. Подстраивается, вы знаете ли, потихонечку, полигонечку выравнивает и подстраивается. Сейчас попробуем нанести сверху нежность орхидеи. Я прямо сразу расскажу вам, чем пахнет. Ну, не знаю. После Тома Форда и после Вельвет Орхидеи и Черной Орхидеи, Орчид, у меня несколько другое восприятие аромата орхидеи. Но я в реале не слышала ни разу. Вот. Новосвит, одна упаковочка, вот это у меня заканчивается. Я вам ее показывала. И вот новую я купила. Долго-долго она у меня стояла в пленочке, в коробке. То есть он и в коробке, и в пленочке, этот крем. Но вот такой вот он по консистенции. Тут уже остатки. Вот такой вот голубой. Такая увлажнялочка. Видите, как работает. Шикарно. Можно даже сверху тонального. И сверху орхидеи от бархатных ручек тоже можно. Ну что, смотрим. Ну, вот справа, пожалуйста, видите, да, сами. Это Dream Satin Fluid, 21 оттенок. Новиночка от Maybelline. Смотрится очень, очень такой желтящий в баночке. Да, действительно подстраивается. Со временем подстраивается. И вот первый раз я такой купила кремик. Это для век. Тоже увлажнялка от Новосвит. Вот это уже все летит в пустые баночки, потому что пусто. Ну, собственно, все. Вроде бы. Сейчас еще посмотрю, может быть, что-то не указала и не рассказала.